Поглядите на мою новую машинку. Я самый маленький у колыханцы. Тому мне подарили яе на свято детей. Я теперь с ёй усюды буду ходить. Привитание, сябры, и со святом, с днем детей. Привитание, Яночка. Гэтые шарики так само мне. Гэта усім. И тебе, и усёй колыханцы. Сёння ж свято детей. Правильно. Вось тому я и вырашила зрабіць больш прыгожым наш пакойчык. Да и увесь вечер так само. Але ж я самый маленький, тому я повинен святковать. Тое, что ты самый маленький у колыханцы, с гэтым не поспрачайся. Але ж и я, дитя, так само. Ой, и правда, я про гэта не подумал. Дарую тебе и только и тому, что ты зусім маленький и не вельми еще разумный. Але я усю хутку зразумел и теперь буду про гэта памятать. Так что можешь и мяне повиншовать, и усіх наших глядачов. Яны ж так само дети. Яночка, с днем детей тебе и вас, поважанные глядачи, так само. Ой! И еще свято моя назва Международный день аховы детей. А кого и от кого треба аховывать? Я лечу, что треба аховывать усе дитяче, как мы даўжэй заставаліся малыми и могли гулять, гарэзить, смеяться. Правильно, а ты дорослые такие серьезные, я на положенных не скачуть, шоколадом не запыскаются. Это так. Дорослые заусёды такие выхованные, не кричать гучно, не кладуть локти на стол, не чмякать, коли ядуть, не забываются на ветливые словы. Ой. Буслик, мы не поспеем озернуться, як сами станем дорослыми. Так что нам треба поспеть и погарызить, и погулять за всеми цацками. Коли не будем стараться, як мага хутчэй вырасти, усё поспеем. Только дорослые аховывают нас, а мы свои дитячие гульни. Усё правильно, так что я хочу, каб наши гульни были вельми цікавымі. Салют усім, со святом нас! Привитание, сябр! А чому ты говоришь со святом нас? Ну як чому? Сёння ж день дзяцей. Прабач, Данік, але ты на дзіцяці зусім не падобны. Ты вельмі вялікі. Угу. А вось так я падобны на дзіця. Ну... Ну гаварыце ўжо, падобны ці не? Так ты амаль аднаго росту з намі. Значыць, дзіця? Усё ж такі ты больш на дарослага падобны. Так, калі ласка, заплюшчыце вочы і лічыце да трох. 1, 2, 3. Ля-ля-ля-ля-ля. Панік, гэта ты? Ну, хто ж яшчэ? Цудоўна сваволіш. А што, мне падабаецца. Але ты ж павінен весці сябе як дарослы. Ты ж такі высокі, у школе шмат чаго вывучыў. Адно другому не перашкаджае. Я вось добра вучуся, займаюся спортам, але з задавальненнем гуляю з сябрамі. Магу і на выпередкі пабегаць, і на арэлях пакатацца. Значыць, ты дакладна яшчэ не дарослы. А што вы думаеце пра нашага дзядулю дабрадзея? Лічыце, што ён не можа пасваволіць і пажартаваць? Пасваволіць? Наш дзядуля? Я нават такога не ўяўляю. А я скажу вам, што можа. І на галаве да гары нагамі пастаяць. Ну, можа, на такое дзядуля дабрадзея не адважыцца, але ён можа такія жартачкі наладзіць і не зразумееш, колькі яму гадоў. Няўжо ён будзе гуляць з намі? Быццам яму не больш за 6. Открыю вам сакрэт. Кожны дарослы толькі выглядае высокім і строгім, але на самой справе ён не супраць пагуляць у дзіцячыя гульні. Значыць, атрымліваецца, што сёння можна святкаваць усім?
Правильно. Главное, как сегодня мы все трошечки больше гуляли, придумывали новые жарты. И дарили один одному подарунки. Лечу, что главное, как сегодня все были у цудовным настрое и отчули себе детьми. Тады давайте не будем гублять час. Протягиваем означать свято. Ну и сегодня особливый день, коли детям дозволяется трошечки больше, чем звычайно. Это ты про что, Даник? Поглядеть больше цікавых мультфильмов. Давайте зараз мультик и поглядим. Коли сегодня свято детей, можно не класться спать? Ну что ты, буслик, наоборот, сегодня ж самые интересные дитячие сны снятся. Я такие пропустить не могу. Тогда и все наши глядачи хоченько помыть тварики, почистить зубки и побегуть у ложечки. Со святом усих и доброй ночи. Баю-бай, баю-бай.